В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения первоклашки 256-й школы под руководством инспектора ГИБДД и старших товарищей прошли по безопасному маршруту. Подробности в нашем сюжете. Акция «Мы идем по городу», которая проходит в формате экскурсии в 256-й школе, проводится ежегодно среди первоклассников. Мероприятие входит в большой цикл программ, посвященных детской безопасности. Эта акция «Безопасность дети» проходит как раз декада. Обязательно в начале четверти мы проводим такие мероприятия. Мы проводим их во всех начальных школах. Но с первого мы начинаем с первого класса, потому что они первочки, они к нам только пришли. Практически неделю-две, наверное, будут родители, а потом дети ходят сами. И для того, чтобы мы были спокойны, родители были спокойны, мы проводим такую акцию «Безопасный путь домой». Дети были в сопровождении инспектора ГИБДД Айгюль Мирзоевой, отряда движения юных инспекторов 256-й школы и представителями 257-й военной автоинспекции. В процессе прохождения безопасного маршрута первоклашки повторили основные правила дорожного движения, правила перехода проезжей части, а также инспектор напомнил ребятам о значении дорожных знаков. Как здесь нужно правильно перейти дорогу? Кто знает? Кто ответит? Посмотреть по сторонам, где машины нету, а затем переходить. А как нужно правильно перейти? Налево и направо. Направо, затем опять налево и переходить дорогу. Особое внимание уделили правильному переходу проезжей части с велосипедом или самокатом, так как это важное правило нарушают не только дети, но и взрослые, которые должны подавать правильные примеры молодому поколению. Ребята, скажите, пожалуйста, если вы управляете велосипедом или едете на самокате, как нужно правильно перейти дорогу по пешеходному переходу? Что нужно сделать? Можно просто сначала слезть с самоката и просто его катить рядом, чтобы и потом его поднять. Масштабные мероприятия по безопасности дорожного движения проводятся в течение всего учебного года. Акция «Мы идем по городу» – это первая ступень, которую проходят первоклассники в начале учебного года. Главная цель этого мероприятия – это профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, а также отработка практических навыков безопасного поведения на улицах города маленькими пешеходами. В конце маршрута дети закрепили знания игрой. Ребятам понравился такой формат обучения. Повторение правил безопасного передвижения не только в классе, но и на практике по городу. Я полезно узнал, что когда-то я ходил домой, но смотрел сначала по сторонам. Когда ехали машины, я остановился, потому что понял, что нельзя. А когда машины перестали ехать, то я пошел спокойно. Жизнь и здоровье детей – приоритет всех взрослых. Мы должны оберегать наше подрастающее поколение, рассказывать о правилах безопасности и показывать грамотное поведение на своем примере.